Всем привет! Меня зовут Лигена Ванель, и на моем канале Nomad for Life сегодня мы сделаем обзор вам места, где вы можете купить классные шоколадные конфеты. Это уникальное место в Алании. Всего две точки, это в Алании и в Оби. Чем отличается, когда мы зайдем, вы увидите, какие потрясающие шоколадки здесь продаются и за какие потрясающие деньги. Называется Kodal Chocolate. Дизайн очень классный, как вы видите. Видите, у них даже такой прикольный велосипедик с цветами. Так что пойдемте вовнутрь, и я вам покажу, что да как. Вот у нас здесь их основная витрина. Все продается по весам. Можно здесь посмотреть, какие красивые шоколадки для детей с мишками. Здесь просто какое-то произведение искусства. Здесь такая прекрасная, милая девушка. Она нам немного рассказала, что производят они сами. Сюда привозят, и в Обу привозят. И здесь посмотрите их произведение искусства. Пройдемте сейчас в другой зал. Как вы видите, здесь как бы мало посадочных мест. В основном только покупают и сразу уходят. Также у нас есть не только шоколадки, есть свежие десерты, которые готовятся каждый день. Сан-Себастьян. Коротко о ценах. Он стоит 200 лир здесь. Цена нормально. Сейчас пройдем с вами в другой зал. И здесь самые классные экспонаты наши. Посмотрите, что примечательно, это не только продаются конфеты, а также продается посуда. Посмотрите, например, какая красивая композиция здесь. Она продается вместе с посудой и с конфетами. Цена просто баснословная, 10 тысяч лир. Вы представляете, 10 тысяч лир это сколько? Это где-то 400 долларов или 350 долларов. Здесь вот тоже красивая композиция, 8 500 лир. И они говорят, что основная цена — это цена за посуду. Это итальянское стекло, уникально привезенная сюда в Аланию, и вы поможете посмотреть, что каждая конфетка, она, посмотрите, в какой упаковке, и каждый день меняют конфеты, то есть они всегда свежие. Я не знаю, конечно, что они делают с такой красивой упаковкой, не выкидывают ли. Также в этом магазине можно приобрести просто чаши. Итальянское стекло, 5 000 лир, 6 000 лир, разных цветовой гаммы. Посмотрите, вообще супер классно с цветами, и мне кажется, очень будет красиво смотреться. Мы немного узнали про цены, сейчас я вам расскажу про цены, чтобы вы удивились и ужаснулись. Вот это продается поштучно, они по 50 лир в среднем, 50 лир, 45 лир, вот эти малыши, они по 70 лир. И вот эти красивейшие конфетки, прям с камнями, с красивой упаковки, они по 120 лир. Данные конфеты можно брать килограммами, это 1000 лир килограмм шоколада. Так что вот, если у вас будет какое-то мероприятие, это отличное место, где вы можете приобрести для своих друзей либо именинников такой замечательный презент в виде этих конфет. Просто тут произведение искусства, я вам потом позже покажу. И здесь у нас тоже есть подарочные наборы. Они вот по 900 лир, 750, как вы видите, 850. Сейчас я сюда встану. Есть такие для малышей на выписку, скорее всего. Очень красивые конфетки.
выглядит все очень дорого, дизайн классный. Давайте сейчас еще выйдем на улицу, я вам покажу немного посадочных мест, потому что здесь, даже здесь приятно находиться. Раньше у них здесь была красивая арка, как фотозона. Скорее всего, они зимой опять ее выставят. Не так много посадочных мест, не такое загруженное место, как предыдущие, например, наши обзоры, но оно такое атмосферное, красивое, много цветов, девчачье кафешка. Так что вот так. Не забывайте подписываться на мой канал, пишите места в комментариях, которые бы вы хотели, чтобы я посетила. Задавайте вопросы, мы зададим прекрасной этой девушке, если будут интересные вопросы. Буду рада вас видеть снова на своем канале. Пока-пока! Вот нам за наш труд решили нас угостить. Очень приятно. Спасибо большое заведению. Вот мы с мамой теперь будем пить чай с такими конфетками, еще в такой красивой чашечке с птичками. Я уверена, что это очень вкусно. Давайте попробуем. Какой шоколад. Вообще так много орехов. Очень вкусно. Десятка. Пока-пока.